Я знаю, что мне повезет. Здорово, что вы с нами. Рада приветствовать здесь всех и каждого на телеканале «Самара ГИС». 20:55 точное время. И в это самое замечательное время мы подводим итоги наших розыгрышей, которые мы запускаем накануне в группе телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте. Адрес вы видите на экране. Всего лишь навсего нужно выполнить три простых движения. Первое – вступить в нашу группу. Второе – найти объявление о конкурсе. Ну и третье – сделать репост себе на стену. Забыла самое главное, это уже получается четвертое, оставить порядковый номер в комментариях. Друзья, не забывайте, что у нас принцип лото, 90 бочонков всего в мешке, поэтому больше нет смысла ставить, об этом стоит не забывать, стоит помнить. Ну и, конечно, каждый из вас может очутиться здесь, на нашем замечательном месте главного судьи, на нашем замечательном месте волшебников, фей, называйте как хотите, есть группа в обсуждениях, заходите, записывайтесь на участие. Ну а нам сегодня будет помогать человек, который знает, мне кажется, про хоккей все, о новостях спорта еще больше. Это Сергей Кизоркин. Сереж, добрый вечер. Добрый. Мало кто знает, но Сергей профессионально занимается хоккеем практически всю свою жизнь. Можно так сказать, на любительском уровне профессионально. Вот так вот. Если не знали, все вопросы к Сергею можно, я думаю, задать ему лично. Сереж, ну, а у тебя сегодня главная миссия – определить наших победителей. Мы разыгрываем пригласительный билет на выступление ансамбля песни и танца «Волжские казаки» с программой «Служить России». 21 апреля состоится этот концерт в АДО. Ну что, давай… Сколько счастливчиков? Счастливчиков два. Или счастливицы, или счастливчики. Но в любом случае они пойдут не одни. Каждый билет на двоих. Итак, сейчас, да, счастливой итак, рукой. Первый номер. 21. Номер 21. Мы вас поздравляем. Номер, под который сейчас вытащит Сергей, сейчас замер человек около экрана, просто прильнул всеми частями тела. Наверное, тел. Этот номер будет 13, мое любимое число. А у тебя какой, кстати, номер на футболке хоккейной? 99, как у Эна Грецки, великого нападающего, да, национальной хоккейной лиги. Так, номер 35. Номер 35, а вот ты не угадал. Вот такие замечательные номера у нас сегодня. Хочу, чтобы ты, наверное, может быть, нашим зрителям сейчас подтвердил, что у нас каждый раз ровно 90 бочонков, никаких двойных, мне кажется, мешков и двойных стандартов нет. Дно одно мешков. Дно одно, 90 бочонков, и сегодня у нас 21 номер победил и 35-й. Ну, друзья, не отчаивайтесь, если вам не повезло сегодня, вам обязательно повезет в следующий раз. А прямо сейчас запускается очередной розыгрыш, очередной конкурс. Дерзайте, делайте репосты, вступайте в группу, и вам обязательно улыбнется удача. Правильно, Сереж? Обязательно. Главное в это верить. Верим, друзья, и увидимся с вами завтра здесь, в это же самое время, на телеканале «Самара ГИС». До встречи.